Александра Михайловна Крылова родилась в 1924 году в Тверской области. Окончила педагогическое училище, участвовала в Великой Отечественной войне. В 1950 году переехала на Кубань, а в 61-м – в станицу Владимирскую Лабинского района, где проработала учителем в детском доме. Свой 95-летний юбилей встретила в кругу детей и внуков. Александра Михайловна была приятно удивлена поздравительным визитом главы района. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, чтобы ваш характер, дух, чтобы традиции, то, что ваше поколение имеет, вы обязательно нам, всем молодым, это передавали. Поблагодарить вас за долгие десятилетия работы, службы, за те тяжелые года, которые вы прошли в Великую Отечественную войну. Мы вам безмерно благодарны и счастливы, что у нас такие родители, спасибо. Бабушки и дедушки. Спасибо. Спасибо вам за все. Спасибо вам за то, что мы сейчас живем, работаем, воспитываем детишек. Ага. Спасибо большое. С днем рождения. Спасибо. Именинницу поздравили и глава Владимирского сельского поселения, Совет ветеранов и молодежь станицы. В ответ Александра Михайловна пожелала всем добра и мирного неба. Доброго здоровья, хороших вашей жизни, успехов в ваших делах, чтобы вы долго-долго жили, радовали всех нас, станичников, а главное, чтобы не было войны. Александра Михайловна была тронута поздравлениями, а еще ей очень понравился музыкальный подарок в исполнении артистов Центра культуры и досуга станицы Владимирской. Лилит Саакян, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».